Как? Да что? Вообще идеально сидели. Вот видите, что значит. То есть приятно слышать. Так, коротко я буду спрашивать сейчас. Кто знает, знает содержание этих? Почему вначале было сказано там лодки и прочее? Что значит эти надписи? Ну, давай, говори. Эти надписи означали, что душа уходит из рая или в ад. Как это понять? Можно? Женщина написала, чтобы проверить. Поверить, что они души куда-то после смерти идут или нет. Она проверяла. Так, непонятно. Ну-ну. Эту, она потом в середине фильма объясняла, то, что у каждого ученого есть свой маленький секрет, что как они узнают то, что люди выходят из своих тел, поднимаются и уходят куда-то в небеса. Она специально на крыше оставила надпись, то, что когда людей расспрашивала, люди рассказывали, то, что когда они смотрели вниз, они видели эту надпись на крыше, а потом улетали куда-то в тоннель. То есть до этой надписи люди, когда жили на земле нормально, они ее не могли видеть. Которые люди-то обмирали, они эту надпись не видели при жизни? Нет, нет. Нет. А этот человек, который делал операцию, тоже не видел? Да. Нет. То есть внушением никаким нельзя было передать. Это явно, что они сами видели. Понятно. Как фильм называется? Ну там написано, он говорит, что он хороший был человек, мужчина-то один умер, а потом оказался. Главное, это вера в Иисуса Христа. А если веры нет, то человек идет в ад. Сильный фильм? Да. Понравилось? Чтобы туда не попасть. Вот наша задача. А для этого надо жить по заповедям Божьим, не лукавить. Ну все, за стол садимся. Платочки! Платочки показывайте, ладно, уже они не могут быть платочки. Так, выходи сюда. Где платочек? Так, я ее завтра делаю. Серьезно. Вика аж рвет целую ручей стоит. Вика, зачем ты столько воды много льешь? Все, сняли это, уже в историю ты войдешь, как многоводная девочка. Зачем тебе столько воды? Шарика заели, да, Шарик? Заели тебя. Машкара эта вредная. Так, все, готово? Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Давай. Так. Сейчас у меня ложка-то забрать. Вита. Диана. Марафи, ложку. Вот, Витина, ложка. Дорогие ложки. Держи. Тебе охота покушать. Да, давай тебе. Давай, я вижу, что ты готов. Один, два. Я же дала тебе.